Трое украинцев погибли в результате крушения военного самолета возле столицы Конго. Об этом пишут местные СМИ. Мы обратились за комментариями в МИД Украины, но там сообщили, что пока проверяют эту информацию. Грузовой самолет, по данным СМИ, загорелся в воздухе вскоре после взлета из аэропорта Нджлили. Погибли 12 членов экипажа. Причины аварии сейчас устанавливают. Сейчас в Конго в рамках миротворческой миссии находится 250 украинских военных. Они занимаются авиационным сопровождением и воздушной разведкой.